10 июня представители Рязанского отделения КПРФ запустили акцию в поддержку пострадавших после происшествия в больнице «Семашко» и приехали сдать кровь в Рязанскую областную станцию переливания крови. После трагедии, которая произошла в «Семашко», по инициативе нашего первого секретаря Сидорова Дениса Сергеевича, мы собрали штаб и обсудили, как лучше людям все-таки помочь. Решили прийти и сдать кровь. Кинули клич среди своих комсомольцев, молодых коммунистов, и многие ребята откликнулись. Сдача крови, как говорят сами доноры, безболезненная процедура. Чтобы и после нее чувствовать себя хорошо, необходимо подготовиться заранее. Для начала хорошо выспаться после легкого ужина, а с утра обязательно позавтракать, избегая жирной и жареной пищи. Кровь, полученная от доноров, может потребоваться в любой момент. В Рязани регулярно оказывается экстренная помощь различным пациентам. Не забывайте, что у нас два гематологических отделения: взрослая гематология и детская гематология. Там очень много переливаний идет. Плюс у нас экстренная служба ПСМП. Плюс у нас ковидные госпитали, где больные тяжелые, им требуется переливание концентрата тромбоцитов и плазмы очень часто. В ближайшие недели партийцы под красным флагом продолжат сдавать кровь. В КПРФ решено, что донорство войдет в традицию. Представители Рязанского отделения реагируют на любые происшествия, происходящие в нашем регионе, и стараются всеми способами поддерживать население. Вообще помогать людям стал для нас доброй традицией. Так, например, во время пандемии коронавирусной инфекции мы создавали мобильную волонтерскую бригаду, которая ездила, развозила продукты питания, лекарства, оплачивала счета ЖКХ для людей, которые находились в зоне риска. Также во время трагедии в Скопине, после взрыва боеприпасов, мы собрали огромное количество материальной помощи, то есть продуктов, товаров первой необходимости, и отвезли, помогли, то есть людям. Помимо комсомольцев, каждый день в Рязани десятки людей сдают кровь, которая жизненно необходима другим гражданам. К слову, донация весьма полезна для самого донора. Она укрепляет иммунитет. Прийти сдать кровь в областную станцию переливания крови можно в любой будний день с 8 утра до 12:30. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».